Всем привет! Сегодня мы с вами будем создавать сетку на заготовки папье-маше для нашей будущей лампы Tiffany. Я надеюсь, что вы с прошлого видео уже все обзавелись своими заготовками папье-маше, или вы приобрели заготовку, да, то есть это из пенопласта. То есть принцип построения сетки, он особо не меняется, делайте в этом внутри или снаружи, но я вам всем настоятельно рекомендую делать сетку, потому что по ней легче потом рисовать эскиз. У вас будет понятие, как будет дробиться ваш рисунок и насколько это будет, эти линии будут логичны. Вот какие-то вы можете потом объединить, да, то есть это не говорит о том, что ваше будущее изделие должно будет дробиться именно вот на такое количество сегментов. Нет, это всего лишь вам показывает структуру, да, это по сути как на бумаге клеточки вы когда рисуете, а потом вы объединяете по вашему рисунку, по вашему эскизу, как вам это лучше сделать. Если вам будет интересно, да, вы оставьте, пожалуйста, в комментариях свои пожелания, нужно ли вам видео о том, как я буду рисовать по этой сетке потом свой будущий эскиз, или этот этап можно пропустить. Но я считаю, что создание сетки нужно с вами поделиться, потому что это весьма сложно, да. Здесь, к сожалению, мы не можем воспользоваться математикой, да, при разверстке сфер, потому что это не совсем сфера. Вот в данном случае это эллипс, да, вот эта заготовка, она более похожа на шарообразную. Именно эту заготовку я вам в прошлом видео показывала, что она сделана из шара, да, но все равно это всего лишь часть сферы, в которой отсутствует очень много данных для того, чтобы ее математически разложить. Вот, мы это будем делать с подручными средствами. Но, тем не менее, этот способ работает, и по наглядности, да, если вы обратите внимание, то на глаз вы не определите погрешности, да, к этому мы и стремимся. То есть погрешности 2-3 мм, даже иногда 4 мм, это ерунда, а при пайке, при сборе вот этой всей конструкции это будет незаметно. Но если у вас, конечно, погрешности уже достигают сантиметр и больше, то это будет заметно. Вот. Но у меня здесь погрешности, по-моему, максимальная где-то 3 миллиметра, но визуально, когда мы будем это все собирать, опять-таки это видно не будет. Итак, что нам понадобится для того, чтобы вы со мной сделали вот такую сетку на своей заготовке? Вам понадобится поверхность, будь то это папье-маше, которую вы по моему совету сделали, или пенопластовая заготовка, да? Вот, далее вам понадобится скотч. Ну, вот у меня здесь две ширины, казалось, достаточно, но желательно, чтобы у вас было и пошире, и поуже, да? И она же малярная лента, циркуль, канцелярский нож, сантиметровая лента, линейка или угольник, разницы нету, ножницы, ластик, точилка для простых карандашей и простые карандаши, для того, чтобы линии были потоньше, да? Маркеры. Тоже желательно разные толщины, чтобы потолще, потоньше. Нам нужен будет листочек бумаги, да, то есть это может быть и листочек в клеточку. Мы начинаем с того, что нам нужно выровнять наши края, да. Вот если вы обратите внимание, да, то края, когда вы делаете папье-маше, очень сложно сделать ровными. Для того, чтобы выровнять вот этот край, вы кладете свою заготовку на ровную поверхность, рядом приклеиваете маркер скотчем и, не отрывая ее, да, вы сейчас видите это видео, вы обводите, делаете контур. Затем с помощью канцелярского ножа вы его подрезаете, да, и у вас получится вот такой вот край. Вы потом положите его на поверхность и убедитесь, что он у вас равномерно прилегает. Что касается внутреннего, то вам нужно найти какую-то бутылочку или вот как у меня ведерко, да, вставить его, обвести также внутри этот край, да, внутри, и таким же образом канцелярским ножом его подправить, и таким образом у вас получится заготовка с ровными краями. Это самое начало для того, чтобы работать дальше. Эту сетку вы можете делать и сверху, да, потому что, например, если вы собираетесь использовать при создании своей лампы элементы, вот подобные элементы, да, выпуклые, у которых
одна сторона плоская, другая выпуклая, то бесспорно вам нужно собирать лампу с наружной стороны, потому что, ну, вы понимаете, что здесь как бы изнаночная, да, и здесь это будет сделать весьма сложно. Вот. Итак, после этого я взяла лист бумаги и обвела свою выровненную окружность, да? Вам нужно сделать то же самое. Затем вы складываете это в 4 ряда, да, для того, чтобы найти, собственно, середину своей окружности. Далее вы кладете свою окружность опять обратно, да, и отмечаете серединки вот здесь вот по бокам. Отметили, затем воспользуетесь сантиметровой лентой и, соединив вот так вот края середин ваших окружностей, да, вы отметьте то же самое по середине вот здесь вот. Потом эти же серединки вы переносите на внутреннюю сторону, да, с внешней на внутреннюю. И таким образом у вас получится, что вы поделили свою окружность как бы пополам. Воспользуйтесь сантиметровой лентой и проверьте, так ли это, да? То есть вы померьте свою окружность в обе стороны, раз и два, чтобы у вас, знаете, если погрешность миллиметра, это ерунда, но если уже, как я говорила, но если эта погрешность составляет 5 и более миллиметров, уже стоит перемерить, да? Итак, разделили, померили, проверили. Далее вы берете, зная теперь всю длину окружности, вам нужно поделить ее на равное количество, да, на то количество сегментов, которые вы хотите поделить свою поверхность. Да? Я поделила ее на 16, то есть каждая из четвертинок на 4, 4 на 4 это 16. И вот я отмеряю с помощью сантиметровой ленты ширину каждого сегмента. Допустим, это там 7 сантиметров. И в то же время середину этого сегмента. И отмечаю эти точки. При этом стоит заметить, что мы свой сегмент, когда будем находить и рисовать, он у нас не будет начинаться вот от этой линии, да, которую мы провели. Эта линия, это будет середина сегмента, учтите это. То есть, когда вы сейчас будете отмечать контрольные точки, по которым мы будем рисовать дальше сегменты в будущее свои, да, вам нужно понимать, что вот это середина сегмента. То есть, если у меня 16, да, то получается, что у меня в одной четверти будет 3 целых сегмента и 2 половинки сегмента. Понимаете, да? То есть, вот ширина моего сегмента, это середина. То есть половинка, половинка, целый сегмент. Целый сегмент, половинка, половинка, целый сегмент, целый сегмент. И вы отмечаете такие контрольные точки. Вот на этой заготовке, если посмотреть, они у меня вот здесь вот сбоку все отмечены. Эти контрольные точки нам нужны для того, чтобы с помощью них мы лавировали вот здесь вот шириной сегмента, мы будем выравнивать, стараться свои погрешности, которые у нас будут получаться, сводить к минимуму. Итак, вы сделали контрольные точки, то есть у вас должна быть ширина сегмента и его половина. У меня в итоге получилось здесь 32 контрольных точки, что логично, 16 сегментов пополам 32. Вот, далее, после того, как вы это сделали, вы берете малярную ленту и заклеиваете половину сферы своей, да, половину вот этой вот поверхности. Заклеили, отчертили вот эти свои проверенные половинки и обрезали лишнее. Вот у меня вот такая вот штука получилась. Далее, вы отнимаете часть скотча, да, до тех пор, чтобы соединить вот эти два конца половинки. Вы их должны соединить, то есть одна у вас часть, ну, вы все это видите на видео, да, вот. Соединили вот так вот и отчертили
Вот у вас будет одна четверть. Вернулись. Вот здесь следите, чтобы у вас скотч друг к другу не клеился, особенно липкой стороной, это сложно будет отлепить потом. Дальше, загибаете уже до середины, понимаете, да, вы поделили свою одну четверть пополам. Потом еще раз и еще раз. И в итоге вы поделили свою поверхность на одну четвертую и одну четвертую на вот такие вот сегменты. Когда вы загибаете, вы их отчерчиваете на своей поверхности, да, на заготовке. Далее вы это все снимаете и берете где-то средний сегмент и копируете его на малярную ленту. У вас будет, потом вы его вырезаете, и у вас будет вот такой вот клин, с помощью которого мы будем с вами сейчас разлинеивать оставшуюся поверхность. Вырезали. Далее. Вы, как я вам уже говорила, не так начинаете ее делить. Нет. Если вы так ее приложите, да, у вас получится, что у вашего одного сегмента прямая сторона. То есть если у вас будут ваши линии прямые, не закругленные, это приведет к тому, что когда вы будете собирать, у вас будут между вот этими частями у вас будут дырки. То есть здесь будет шире, чем здесь. Здесь у вас сойдется хорошо, а здесь не очень. То есть у нас, по сути, как в глобусе, да, видели, это должно быть вот такие закругления. Поэтому мы прикладываем наш клин посередине, да? То есть вы должны его сложить пополам или с помощью линейки, да, там, как вам удобней, чтобы у вас была середина у вашего сегмента. И приложив его вот так вот, приложили, очертили. Дальше смещаете, опять смещаете стороны, прикладываете, очерчиваете. Потом загибаете часть и отмечаете середину. И так далее. И вам нужно это свести. То есть вы каждый раз, когда вы так прикладываете, у вас здесь есть контрольные точки, и вы контролируете, чтобы вот, вот здесь вот у вас все совпало. Именно благодаря этим контрольным точкам вы сможете здесь где-то словировать, да, шириной, если вы будете видеть, что у вас какие-то погрешности, распределить ее. Но если вы будете делать не по четвертям, то есть ни в коем случае нельзя, вы поделили четверть, потом еще четверть, нет, вы начали. И пошли, пошли, пошли. Возможно, даже та часть, которую вы здесь вот отчертили изначально, она может немножко сместиться. Это ерунда. Визуально вы это видеть не будете. Потому что вы понимаете, что мы, по сути, делаем расчеты чисто не математические, а интуитивно. Вот. Поэтому вы начинаете, прикладываете середину своего клина к одной из вот этих линий, которые вы начали, нашли. И пошли, пошли, пошли. Отложили. Очертили, завернули, сделали середину. И у вас должно все сойтись, как сошлось у меня. То есть если у вас что-то где-то не сошлось, значит, вы не придали значения вот этим контрольным точкам. Не забывайте о контрольных точках. Приложили контрольные точки, здесь где-то словировали, да? Миллиметрик туда-сюда. И чтобы у вас получились красивые вот такие клинья. То есть вы здесь не увидите визуально разницу в миллиметр, даже два. Потому что, а когда мы будем делать это стекло, уже паять, швы, это вообще будет незаметно. То есть без измерительных приборов это не будет заметно. Вот к чему мы стремимся. Мы стремимся не к идеальной точности, потому что ее невозможно добиться. Да? Вы же, если витражист, понимаете, о чем я. Вот, дальше. Теперь нам нужно сделать внутренние вот эти штуки, да, если вы обратили внимание, вот этот вот клин у меня поделен, но он поделен чисто визуально, посмотреть на какое количество, как бы, частей, да, я хочу поделить, да, на 6, да, но так делить нельзя, то есть нельзя брать линейку и просто вот так вот поотсекать. Это приведет к тому, что у вас здесь будет внутри не окружность, а какая-то ломаная линия, ну, то есть вы опять не соберете так стекло, а вам нужно, чтобы у вас было красиво, да, вот эти вот, по сути, циркулем вы это не сможете нарисовать. Как это сделать? Вы должны вот этот клин перевести на бумагу, ну, любую, да, я взяла формат А4, вот, и потом
вы сейчас видите это на видео, с помощью циркуля поделить его на сегменты. То есть вот такие закругления у вас получатся. Это я его склеила уже, да? Потом вы просто берете, обрезаете один сегмент, да, и рисуете. Оп, отрисовали один, да, приложили, обрезали, дальше второй отрисовали, третий, четвертый и так далее. И вот таким образом вы делаете вот эти поперечные окружности и делите свою сферу на вот такие штуки. Когда вы будете делить на сегменты, да, поперечные, свой клин, вы зафиксируете его таким образом, да, чтобы у вас вот это был перпендикуляр, да, то есть я прикрепляла это скотчем, да, вот у меня здесь поверхность, она разлинейна, но это можно начертить, да, на бумаге и закрепить, то есть вы крепите, чтобы у вас совпадали, да, вот эти линии. Оп, закрепили, докрепили. Далее я брала циркуль, добавляла сюда радиус моего основания, да. Ну, это несложно, я думаю, найти. Вы берете, померили линейкой диаметр пополам, это будет радиус, да. Я его сюда добавила, вот перпендикуляр, отмерила. Да, у меня, по-моему, там порядка 2 сантиметров, ну пусть где-то вот это как раз будет где-то 2 сантиметра. И уже, вот вы видите, да, линия совпадает, то есть это у меня не от этой точки, не где-то сбоку, а именно посередине, да, как бы если продлить его до конца, вот это будет вершина. И вот таким образом я делила, то есть оп, провела дальше и так весь свой сегмент я поделила. Ну, допустим, если мне хочется больше, да, вот, вот так вот. Что сейчас осталось? Осталось, я ее буду обводить маркером для того, чтобы у меня именно сетка, она была яркая, четкая, и по ней уже здесь я буду рисовать свой будущий эскиз. Если у вас остались какие-то вопросы, опять-таки задавайте комментарии, не стесняйтесь. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. А пока, пока-пока.